Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Досрочная победа. Пермский летающий лыжник Евгений Климов выиграл летний гран-при. Причем сделал это за один этап до финиша. На предпоследнем этапе соревнований в Австрии наш спортсмен занял только 4-е место. Но отрыв от преследователей настолько велик, что догнать его уже никому не удастся. Молот при Каме уехал из Ижевска, не солоно хлебавши. Пермяки сыграли в столице Удмуртии с местной Ишсталью. Долгое время нашей команде не удавалось распечатать ворота хозяев льда. А вот ижевские хоккеисты за первые два периода трижды смогли добиться успеха. По ходу заключительной 20 минутки молот все же сумел размочить счет. Шайбу записал на свой счет Шайхулов. Но в дальнейшем развить успех не удалось. Соперник тем временем использовал еще один шанс в атаке и оформил победу 4-1. Сейчас у молота впереди еще две выездные игры с альметьевским «Нефтяником» и нефтекамским «Торосом». А футболисты «Звезды» провели домашний матч. Пермь посетила новотроицкая «Носта». Она и повела в счете на 62-й минуте. Наша команда, несмотря на массу созданных голевых моментов, смогла забить только в самом конце встречи. Отличился Тюкалов на 89-й минуте. В итоге ничья 1-1. Ну, бывает такое, вот где-то вот нету фарта сегодня. Где-то вот, например, с такой игрой, как с КамАЗом, за 12 минут 3 момента 3 гола забили. Вот там присутствовало где-то везение, я считаю. Сегодня, ну, столько моментов было, конечно, но вместо того, чтобы вести 8-0, еле-еле сыграли 1-1. Первый круг чемпионата «Звезда» завершила на 5-м месте. 6 октября пермяки сыграют на выезде с футболистами Челябинска. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.